С 2021 года услуги лицам с ограниченными возможностями предоставляются через портал социальных услуг. В целях повышения доступности его функционала Министерством труда и социальной защиты разработано приложение «Алюмет», через которое можно самостоятельно выбрать производителей, поставщика тех средств и услуг реабилитации, подтвердив заказ ЭЦП. Подробности в сюжете. На сегодня в Западно-Казахстанской области насчитывается 24 251 лицо с особыми потребностями. Из них около 10 тысяч человек обеспечены разными техническими средствами и услугами, сообщает в Управлении координации занятости и социальных программ Западно-Казахстанской области. С 2021 года услуги им предоставляются через портал социальных услуг. Все сделано для удобства наших граждан и недопущения коррупции, утверждает в Управлении. По области у нас общее количество лиц с инвалидностью составляет 24 351, из них дети до 18 лет составляют 2965 лиц. Как вы знаете, с начала 2021 года все технические средства, компенсаторные средства и социальные услуги предоставляются через портал социальных услуг. Теперь в целях повышения доступности функционала портала Министерством труда и социальной защиты Республики Казахстан разработано приложение «Алюмет». Сделано для того, чтобы был безбарьерный доступ для оказания услуги, для получения своей услуги. На сегодняшний день в данном приложении только предусмотрено средства, технические средства, а санаторно-курортное лечение, услуги индивидуального помощника и жестового языка будут дополнительно включены в данное приложение. Пока только предоставляется через это приложение только технические средства реабилитации. Получить заказ можно как доставкой, так и самовывозом. Приложение является бесплатным и доступно для скачивания как в App Store, так и Play Market. Мульдер Садыргалиева, Марлен Искалиев, Нурлан Шамгонов, телеканал ТДК-42. В 17 областях и 3 городах республиканского значения планируется провести комплекс мероприятий в сфере волонтерства. Об этом на брифинге РСК рассказал директор корпоративного фонда «Альянс студентов города Уральска» Тасбулат Серикбаев.